Так? Привет. Привет. Как тебя зовут? Егор. Егор. Егор, расскажи мне, как ты думаешь, кто такие динозавры? Это древние ящеры. Я думаю так. А какие они? Страшные. Маленькие? Большие. Огромные? Да. Как дом? Да. А каких ты динозавров знаешь? Стегозавра, тираннозавра, еще птеродактилей. О, это такие летающие, что ли? Да. Да? Так у них крылья есть? Да. О, ясно. А кем ты будешь, когда вырастешь? Чем ты будешь заниматься? Я буду лечить животных. А как это называется профессия? Не помнишь? Не очень. Агроном? Нет. Нет? Лекарь животных? Нет. Нет? А что ты хочешь? Почему ты хочешь их лечить? Пускай они ходят себе там больные. Нет? Нет, потому что я хочу побольше изучить о животных. Вот эта профессия помогает изучать животных и помогать им. А, они будут здоровые, веселые бегать, да? Да. Собаки будут улыбаться? Да. Собака-улыбака, да? Да, а кошки царапать специальные штучки. Да? Ясно. А зачем учиться в институте, как ты думаешь? Для того, чтобы вырасти и стать умным. Умным? Да. А зачем быть умным? Можно с дурачком жить. Нельзя, а то попадешь в беду или что-нибудь... Надо сделать там что-то важное, а ты не знаешь, и что? И не дадут ни сладости, ничего. Вообще не будет. Ага, ну ясно. Надо, короче, институт закончить, тогда тебе будут, ты можешь догадаться или как достать сладости. Да. Ага. Ну и еще много чего. Много чего. Ясно. А как заработать денег вообще? Надо ходить на работу, а то просто так на работе деньги не дают. Это за то, что работают. Работают люди, то есть делают работу, а потом ее что-то с ней делают. А вот одним людям, которые там на работе работают, им удовольствие. А вот людям, которые туда ходят, им достаются деньги, и они покупают что-нибудь важное. Ага. Или не важно. Понятно. Как ты думаешь, что такое обман? Обман – это обмануть какого-нибудь человека. А для чего это делают? Это делают для того, чтобы что-нибудь натворить. Натворить, и чтобы никто не узнал, да? Да. Для этого обман? Да. Ясно. Как ты думаешь, что такое любовь? Любовь – это когда кто-то кого-то любит. А что такое любит? Как это? Объясни мне, я не понимаю. То есть, мальчик девочку любит, или мальчик мальчика любит, или девочка девочку. А, ну... Понятно. А что такое отдых? Отдых – это когда отдыхают. Как это? Отдыхать – это без работы, чтобы зарабатывать, без ничего. Это просто отдыхаешь так или спишь ночью. Это отдых. Или днем, или поехал куда-то на пляж под зонтиком, лежишь, читаешь. Книги. Это отдых, да? Это все отдых. А можно отдыхать и работать сразу? Вот, то есть работаешь – это как будто отдыхаешь. Можно так? Нет. Нет? Так невозможно. Это только роботы так могут. А, ну ясно. Как думаешь, что такое скорость? Скорость – это когда кто-то делает... Или машина разгоняется на дороге, или человек разбегается. Угу. Это такое быстрое движение, да? Да. Ага. Как ты думаешь, что такое правила дорожного движения? Что такие за правила? Это для того, чтобы не было никаких бед. Это правило пропускать пешеходов, ездить не быстро. И все так далее.
А как их соблюдать? Какие там правила вообще? Какие правила знаешь ты? Я знаю, надо не превышать скорость в городе или даже в деревне. Ага. Нельзя ехать, когда горит красный свет машинам. А людям можно идти на красный свет? Людям тоже нет. Это тоже правило. Да. Они на синий переходят? На нет, синий? Они переходят на зеленый. А, есть на зеленый? У светофора красный, желтый и зеленый цвет. А что такое желтый цвет у светофора? Это тогда, когда машинам надо приготовиться. Или приготовиться, чтобы красный начался, или приготовиться, чтобы поехать. А, понятно. А как ты думаешь, что такое деликатес? Я думаю, что деликатес это что-то типа таких рецептов про еду или что-то. Это что-то с едой связано, да? Да, я думаю, что это так. Ну ясно, это редкая еда, да? Вкусная редкая еда. Думаю, что так. Ага. А что такое салями? Салями? Я сам вообще не знаю. Не знаешь? Колбаса салями. Салями. Колбаса такая вкусная, такая тоненькая. Я сам об этом слышал, да? И сам работал. А есть ли, как ты думаешь, есть ли вообще Дед Мороз? Есть. Ну-ка расскажи. Дед Мороз, все люди их видят только на утренниках. А это, на самом деле, люди обычные переодеваются в Дед Мороза. А настоящий Дед Мороз приходит, чтобы его не видели ночью. Поэтому если человек не спит, где-то гуляет там, а Дед Мороз к нему пытается приехать, то он не приедет никак уже, все. Потому что человек не должен увидеть живого Дед Мороза с севера. Он должен спать, чтобы не увидеть, чтобы подумать, что это правда, что существует Дед Мороз. Чтобы дети поняли, что Дед Мороз не хочет себя показывать. А только о себе показывает. Понятно. Вот. А Дед Мороз может днем прийти? Нет. Он только ночью приходит. Ага. А в вашем садике как Дед Мороз зовут? Как? Который был на утреннике? Да. Георгиевич из бассейна. Георгиевич из бассейна. Понятно. Как ты думаешь, что такое чудо? Чудо – это когда что-то... Ну, например, волшебная палочка или Дед Мороз, это тоже чудо, да. Еще чудо, когда что-то появляется само собой, или если что-то вообразить, это тоже чудо. А, понятно. Скажи, а существует Баба-Яга на самом деле? Нет. Почему? Потому что Баба-Яга это только в сказках. Да? А у вас в садике разве нет Бабы-Яги настоящей? Нет. Нету? У нас была просто тетя. Ага. Дед Мороз тоже не настоящий. Хотя есть настоящий Дед Мороз. Ну понятно. Ну ладно, Егор, спасибо тебе за интервью такое очень хорошее, содержательное. До встречи. Да, до встречи.